Всем привет! Сегодня готовлю простой домашний торт на кефире. Нежный, сочный, пропитанный, а готовится за считанные минуты. Вам не потребуется даже миксер. Включаем духовку и начинаем готовить. В миске слегка взбиваю яйцо и добавляю сахар. Все перемешиваю до однородности. Вливаю растительное масло и размешиваю. В стакан с кефиром добавляю соду. Как только жидкость начинает активироваться, вливаю ее в тесто. Хорошо размешиваю тесто. Добавляю какао. Его я рекомендую обязательно просеять. Всыпаю муку и перемешиваю до однородного гладкого состояния. Тесто должно быть без комочков. Дно формы застилаю бумагой для выпечки и все хорошо смазываю сливочным маслом. Выливаю тесто и ставлю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю примерно 45 минут. Готовность проверяю деревянной палочкой, она должна быть полностью сухой. Вынимаю из формы и остужаю. Крем очень легкий, для него я смешиваю сметану и сахарную пудру. Сметану желательно отвесить на несколько часов для удаления лишней жидкости. Корж я разделила вдоль на две половины и на каждую поочередно намазываю крем. Вверх и бока хорошо промазываю кремом. Верх торта я украшаю измельченным шоколадом. Вы можете украсить на свой вкус. Торт можно кушать сразу, но желательно выдержать его в холодильнике минимум 1 час. Тогда он пропитается, станет мягким, нежным, сочным, просто вкуснейшим. На приготовление этого домашнего тортика ушло совсем мало времени, а выглядит он очень аппетитно и красиво. Можно угощаться. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!